Привитяны громаны, роман и громан у аппарата. И сегодня у нас с вами солянка в честь 5400 подписчиков на моем YouTube-канале. И мы с вами поиграем в симулятор жизни. Да, мы просто играем в жизнь, как пелось в одной песне. И эта фраза стала мемом. Мы просто играем в жизнь. Потом там сняли пародию по типу «Мы просто кидаем снюс, часто не понимая вкус». Ну, как-то так. Давайте немножко тише сделаю. А то чересчур громко, и вы можете меня не слышать. Ну, не сказать, что прям слишком громко, но все-таки можете слышать меня, но с проблемами, так бы сказать. Очень скромненькое меню. «Life is a game». Пиксельными буквами написано. И «Tap to start». Ну, нажимаем, конечно же, сразу на старт, потому что другого выбора, других кнопок у нас нет. Есть страничка в Ютубе, в Хроме, что ли, этих разработчиков. Дальше есть, ну, в Ютубе не страничка, а канал, Ютуб-канал. А в Хроме может уже страница там или сайт. Можно отключить рекламу. Даже здесь есть донат, вы представляете? Но зачем, если можно просто отключить интернет? Изи, Карл. Можно играть за парня, можно за девушку. Такое все пиксельное. Ну, думаю, это изюминка данной игры. Так же, как с Майнкрафтом. Куча пикселей, но этими она и прекрасна, и выделяется на фоне остальных. Что и делало ее самой продаваемой игрой во всем мире. Но это не значит, что нужно прям все игры делать пиксельными. Это далеко не всем играм подходит. Это вот... безобразие, так бы сказать. Не однообразие, а или как? Разнообразие, вот. Есть руководство. Похоже, вы впервые играете в Life is a Game. Не, может, Life is a Game, правильно, что я ржу. Хотите пройти небольшое обучение? Ну, если оно будет небольшим, то давайте. Это детская комната. Здесь малыши ползают туда-сюда и играют. А почему этот палец показывает, чтобы я нажал на For Sale? Если я... Мне что, донатить заставляют, что ли? А, не, можно просто нажать на любую точку экрана, и будет показываться другой текст. Переведите влево или вправо, чтобы осмотреть комнату. Сейчас будет этот палец, эта рука белая показывает на парня, тыкает на его голову. Оставьте его в покое. Вау, так можно осматривать комнату, ничего себе, прикольно. Но это даже не комната, а коридор. Как-то довольно все скромно. Эта кнопка открывает меню. Ну, нажимаем на нее и... Почему я нажать не могу? Странно. Загляните в книгу посещения, смотрите рекламу, чтобы получить самоцветы. Какие еще самоцветы? Самоцветы можно потратить на различные товары. О, вот мне сразу дали ответ на мой вопрос. Пройдите личностный тест, чтобы изменить текст воспоминаний. Выберите язык игры. Язык уже стоит по умолчанию. Хотя интересно, сколько здесь языков вообще есть. А, тут пока что только обучалочка. Потом я смогу понажимать всякие функции. В том числе посмотреть, сколько... На скольки языков переведена данная игра. Здесь можно узнать прогресс достижений, топ-то вызовах. Галерея. Еще раз посмотрите концовку. А почему именно концовку? Почему не начало, там, середину... Эта кнопка открывает настройки, подтвердите достижение в магазине. Ну, она стоит, эта кнопка просто, это текст напротив вкладки «Магазин». Это трофеи, которые можно получить за достижение. Или я просто сместил что-то, когда вот так вот, видите, листал. Это, а, вот вижу внизу самом трофеи. Хотя трофей стоит как бы напротив надписи «Подтвердите достижение». Ну да ладно, допустим. Можно сохранить в облачное хранилище, загрузить. Facebook, Contact Us. Хотя, вообще, это буква У, но вот такой вот странный английский язык. То use, то us. Например, Among Us, правильно, а не Among Us. Другие игры. Здесь открывает помощь, позволяет настроить громкость музыки эффектов, включает и отключает вибрацию, выключает уведомления. Но это как бы уже понятно и малышу, если он играл до этого хоть какие-то игры. А я уже столько игр поперепробовал.
Сохраняет данные на сервере, загружает данные сервера. Вау, это что-то новенькое. Не знал. Пожалуйста, выберите пол ребенка. Почему мне на девушку показывают? Я хочу парня. Давайте начнем. Нажмите на кнопку «Начать» в правом верхнем углу экрана. Ой, в правом нижнем углу экрана. Извините, по умолчанию, просто так, по привычке, автоматом. Выстрелил это, сказал эту фразу. Да, можно выбрать и парня. Выбор, прыжок. Я нажал выбор, ничего не происходит. Прыжок, я прыгаю. Я думал, я ударить сначала об кубики, это типа препятствия, а потом об горшок, где цветы посажены. Это детская бутылочка, кормите, чтобы повысить счастье ребенка. Так за маму я играю или за ребенка, не понял. Нажимайте кнопку «Выбор для взаимодействия». Нажмите ее, чтобы забраться на спину родителям. Ой, боже, еще на шею родителям, типа сидеть на шее у родителей. Эта фраза обретает другой смысл и в прямом значении, а не только, как ранее, в переносном. Прыгайте, чтобы собрать монеты, которые появляются над вами. Прыжок, понятно. Ой, со мной даже родители будут прыгать. А сколько боли в их глазах. Кролики, книжечки, столько часов, картин. Зачем столько? О, пиджачок, выбор. Блин, а можно назад пойти? Там была кнопка выбор что-нибудь, что-то, да? Помните, была кнопка выбор? Ладно, я уже без родителей. Здесь они живы, счастливы там. Сдали меня в детдом просто так на своих плечах донесли. Соберите 9 монет мыслей, чтобы стать прилежным учеником. 9 монет мыслей? Чего? Может, просто повысите свой IQ до 9? Нет? Позаботьтесь о младшем брате 3 или больше раз, чтобы увеличить шанс найти друзей. Какое отношение имеет мой младший брат к моим друзьям? Соберите 3 рисунка, чтобы открыть новые творческие и спортивные предметы в школе. А, то есть это не детдом, уже неплохо, а школа. Еще хуже, уроки тупые надо учить, блин, за что? Хотя в детдоме тоже там чему-то обучают. Показывают количество собранных монет учебы. Да в детдоме даже кровати там есть, всякие плюшки, игрушки. Я нажал выбор. Выбор, нужно просто успеть нажимать там. А, ты граффити нарисовал, испортил стену, мальчик. Фу, какой позор. Что за коллекцию нарисует, ничего не понятно. Свит там, креатив. Бутылочка, Admiral Bottle будет надпись. Еще какие-то монетки. Да хватит, прыжок. Почему ты на тумбочку не можешь запрыгнуть? Тупая 2D анимация. Тупые 2D текстуры. Ну, это все рофл, думаю, вы поняли. Нажмите кнопку «Выбор» рядом с понравившимся кружком, чтобы выбрать хобби. Главное еще успеть нажать, потому что парень бежит без тормозов, остановиться не может. Тем более даже налево, блин, побежать не может. А то бежу только прямо, только вперед, не оглядываясь буквально. Вы можете выбрать только одно хобби. Чтобы заняться хобби, нажмите его кнопку. Занятие хобби увеличивает ваше счастье. Ничего себе. Ой, уже более здесь взрослый. Блин, пропустил самое первое, что-то там. Футбол. Почему я не могу выбрать футбол? Огнетушитель. Соберите 9 монет учебы. А, уже не мыслей, а учебы. Чтобы получить связанную с этим предметом работу. Постойте-ка. Я получил 9... монет смысла, как там было ранее. Или не смысла, а что там было, забыл. Мысли. 9 монет смысла, еще лучше. Для приема на работу нужно выполнить различные условия. Там закончить школу, универ, там поступить еще куда-то, что-то там, отучиться долго, а тут все, видите, за раз. Вы можете выяснить их сами, либо нажав кнопку «Связаться с нами в настройках». Показывает количество собранных монет учебы. Где же мои монеты? Мысли. Собирая монеты учебы, вы обычно теряете счастье. Ну да, учеба это зло, я согласен. Тонкий намек от разработчика. Как иронично. Однако монеты учебы, связанные с вашим хобби, увеличивают счастье. А, то есть баланс. Нажмите на кнопку «Выбор» рядом с другими персонажами, чтобы завести друга. Спасибо, вовремя предупредили. Успешно познакомившись с кем-нибудь, вы получите нового друга. У вас может быть несколько друзей. Нажмите кнопку друга, чтобы поговорить с ним по телефону и увеличить свое счастье. А у меня какой тариф вообще? Тут могла бы быть реклама вашего тарифа, там, Билайн, там, или какие там еще есть. Get off. Почему не могу с ним познакомиться? Выбор нажимаю. Что там был? Картинка Бэтмена? Ботаник. Get off. Get off это позже или что? О, какая девушка симпатичная. Опять get off. Да что ж такое, парень? Заведи отношения, давай.
Это мне он ручка машет. Сейчас опять стану гадал. Да, там что-то ножицы, камень, бумага, ножицы. Юзефа играли, да? Камень, ножицы, бумага. И бутылка говна падом. Что-то во меня летело, не знаю даже. А я уже, как вы видите, повзрослел. Малый повзрослел. Вспомнил песню Макса Коржа. Капец, как время летит и не останавливается ни на секунду. Во время работы вы зарабатываете деньги, но теряете счастье. А если я найду работу, которая мне нравится и приносит кайф, а не только доход, а? Вкусная еда увеличивает ваше счастье. Но будьте осторожны, собрав 7 таких монет, вы растолстеете. А у меня в реальной жизни такая есть способность, как есть и не толстеть. Очень классная способность, не всем везет. Курите, чтобы увеличить счастье, но будьте осторожны, собрав 7 таких монет, вы умрете. Я не понял, что это за пропаганда сигарет? Вы что, там совсем, что ли? Счастье, сигарет. Ну да, есть, так говорят, типа, сигарет круто, но потом, на старости лет, организме такой пипец будет твориться, что просто пипец. Реально, в старости человек очень пожалеет сильно, что курил. Блин, какие плюсы, блин, в курении. Какое счастье, разработчик. Так и хочу прямо дозвезду за это поставить. Поиграет эту игру какой-то малолетний обрыган. Ну ладно, просто малолетний ребенок, у которого не сформировалась психика. И подумает, что чтобы быть счастливым, нужно курить и всего лишь-то. Да уж. О, занимайтесь спортом. Пропаганда спорта уже неплохо, чтобы сохранить здоровье. Спорт увеличивает здоровье и поглощает одну монету еды. Ну, благо, когда говорили про курение, будьте осторожны, собирая 7 таких монет, вы умрете. А лучше бы сразу одну монету. Игра заканчивается, если ваше счастье опускается до 0. То есть я умираю, да? Даже видим с вами индикатор сверху. Показывает количество собранных монет учебы. Офис. Нифига себе, я зарплату легко получаю. Изи мани. Просто прыгаю, получаю монетки. Знаете, напомнила мне игру «Зомби-цунами», где зомби тоже бегали, так нужно подпрыгивать, чтобы собрать монетки. Не были как и на лету, в небе парили, так и на земле. Тоже 2D-игра, но не пиксельная. Каждая, там такие своеобразные зомби, противные, блин. Ну, довольно прикольная игра. Игра детства, помню, как играл в нее 3 года назад еще. Каждая профессия открывается особое событие. Нажмите кнопку «Выбор», итоговый результат зависит от того, добьетесь ли вы успеха или нет. Не, это нереально просто забрать все монетки. Будет комбо. Выбор. Ну что это? Да ладно, я там посидел уже не одну секунду, даже 3 могу сказать так. Прикольно. Прыжок, выбор, выбор, прыжок, путаю все время. А туда идти нельзя, что ли? Ой, меня сейчас тут убьют. А, это магазин. Ну почему там был знак, типа, человеку не нужно идти? Купил цветы, машину. Куда ты бежишь? Машину купи. А, нужно на маршрутку тебе, конечно же, денег пока что на автомобиль ты из автосалона не приобрел. Еду на автобусе. Да, видели-то, какие там были спорткары дорогие? Это что, моя семья или что, жена, мама? Пришло время сделать предложение. Ваша избранница сама решает, согласится за вас выйти или нет. А, у меня 2 избранницы. Так понимаю, первая не согласится, а вторая, которая чуточку правее, согласится. Согласилась, серьезно? Там еще остановка какая-то возле велика. В случае успеха ваша новая жена станет вашим членом семьи. Нажмите кнопку семьи, чтобы пообщаться с женой и увеличить счастье. Может завести детей, нет? Со временем в вашей семье появляются дети, а потом и внуки. А правнуки? Ах да, я могу не дожить. Правнуки — это редкость, в принципе. Тоже служится до такого звания. Выбор. Я не могу больше никому делать выбор. А прыгать? Прыгать тоже не могу, только сердечки льются. О, медовый месяц. У меня почему-то это дерево ассоциируется с медовым месяцем. 2 велика. Тоже ничего не работает. Квартиру мы, наверное, купили. О, жена как-то телепортнулась. А уже беременна от воздуха, что ли? Или как это понимать? Понятно, это слайды короткие жизни. А скоро будет и конец жизни, где я умру, скорее всего. Ну, какой у меня классный пиджачок. Опять дом, работа, работа, дом. Жалко, нельзя как тот же зомби-цунами нажать 2 раза на прыжок, чтобы ты подпрыгнул еще выше. А то бывает, ты не успеваешь все монетки на лету собрать. Сесть я уже за офис не могу. А зачем мне вообще эти все монетки? Посмотрите, как курица или что? Видите, что я делаю, блин? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Это дом или что?
используйте доступные вам средства, чтобы купить дом. А машину могу позже, там, Ламборгини видел в автосалоне, или что там еще было. Бугатти, Феррари. Не успел проглядеть толком, сразу бегу. Парень, ты вообще не... Ну, стал ждать, такой, будто не накачанный, а сколько пробежал уже. Дом – это место, где вы проведете свою старость. Фонд зависит от того, какой дом вы купите. Ну, хотя бы не в доме для престарелых там. Так, ничего не купил там. Странно. О, уже старость. Ой, какой у меня старый дом. Я вообще-то такой не хотел покупать. Вы мне сами это посмотрели. Разработчики, блин. Посмотрите фотоальбом, чтобы вспомнить былые времена. Альбом увеличивает счастье. Обманите время. Часы снижают счастье и здоровье. Оно, часы снижают время. Или замедляет его. О, моя жена. Кто же из нас первым умрет? Я прям чувствую, что умрет жена, к сожалению, если это должен быть пережить. Я даже не знаю, кто из нас старше. Кто там сзади за дверью появился, а? Не так не разглядел толком. Это кто? Мои дети, да, которые уже сыновей занесли. Делали сыновей там, может, дочек. Не успею опять-таки пролететь. Идем по бесконечному коридору. Но все-таки, видели, я мог был прыгать, хотя мы старички. Есть еще порох в пороховницах. Но сейчас я нажимал на кнопку прыжок и не мог прыгать. Блин, я текст не прочитал, тупо нажал на кнопку прыгать. А, извиняюсь. Хотя потом, если мне так сильно нужно будет, я смогу нажать на паузу, когда загружу это видео. Ну, просто все прекращу снимать, в галерее сразу прочитаю. И прожитая вами жизнь влияет на то, кто придет к вам на похороны. Ой, как мило. Классно, конец игры будет. Я что, в туалет иду? Что за живой держусь? Там что-то про хобби писала. Хобби сходить в туалет? Давай попрыгай там в туалете. А, это гроб! Он был бедным офисным работником. Это фотоальбом или это мои родственники говорят, пересматривая опять-таки этот фотоальбом. Он не мог позволить себе иметь хобби, ездил на метро, так и не смог купить себе спорткар. Почему не мог позволить? Неужели хобби должно быть каким-то дорогим? Странная игра. Вообще не жизнерадостная. Он держался особняком среди друзей. В смысле особняком? Я не понял вообще сейчас ничего. Просветите меня, пожалуйста, там в чате или в комментариях. Ссылочка на эту игру, если что, будет в описании. Да блин, слайды могут быстрее перематываться или нет? Он был холодным и бессердечным отцом. Не, ну это бан, ну серьезно, что за фигня? Мне даже выбора, кажется, не дали. Или я просто не понимаю, как играть. Поговаривали, что он был бессердечным. За спиной меня обсуждали, молодцы, конечно же. Он сдох, смотрел телевизор, пивасик попивал в одиночестве. Я никогда этого не показывал, но в глубине души я все-таки это ненавидел. Кто ненавидел, бабушка или что? Ничего себе промотка назад. Я могу сейчас все изменить или как? Только вообще сюжетных линий в этой игре, не понимаю. Тебе прям флэш завидует. Говори все, что хочешь, у меня нет оправданий. Не понял. Что я для тебя сделал? Я вообще не понимаю смысл данной игры. Автобус, ты сейчас врежешься там в заднюю машину, блин. О, был только что в автосалон, не успел опять-таки просмотреть. Нужно делать то, что тебе говорят. Не успел просмотреть, автомобиль был там. Ладно, я думал, я эту надпись не успею просмотреть. Нужно делать то, что говорят. А я что не так делал, блин? Работал в офисе. Почему меня тогда не уволили, а? Друг, скорее уж, незнакомец. Что? Если вы играли эту игру и знаете, как правильно играть, напишите, какой смысл вообще в этом всем, блин. Музыкальные инструменты, особенно гитара, это не мое. Одна головная боль от них. И мозоли на пальцах, скажи, пацан. У меня будто слезы на глазах, видели? Мне кажется, я еще не готов уйти. Куда ты уйти собирался, а? А, это все заново, да, вроде бы? Понятно. Игра довольно коротенькая. Ну и прям ожидала, что тут такого растягивать. 22 алмаза, 0 монеток. Нужно, наверное, монетки по новой собирать. Алмазы у меня были так по умолчанию, когда только скачал игру. Не помню. Но я уже думаю, буду с вами прощаться. Ссылочка на эту игру будет в описании. Можете также написать в комментариях, как вам данная игра. Оценочку я и не знаю, что ставить. Мог бы поставить 3 звезды. Прикольная сюжетная линия, но слишком много непонятного. 3 звезды с начашкой, да я лучше вообще не буду ничего ей ставить, потому что я не любитель таких игр. Следующая стоянка будет в честь 5500 подписчиков на моем YouTube-канале. А я уже с вами буду прощаться. Довольно долгенькая получилась стоянка, у меня, как правило, не 10 минут, не вытягивает.
Ну, спасибо, что досмотрели этот видос и пообщались со мной в чате, если вы, конечно же, успели на премьеру. Вам огромный респектос. И с вами я прощаюсь и говорю вам всем «До свидос».